Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Fold 5. И сейчас я покажу вам, как сделать скриншот. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку питания и уменьшение громкости. И делаем скриншот таким образом. Также мы можем провести вот так вот ладошкой по экрану и сделать скриншот. И также мы можем опустить вниз шторку, найти здесь кнопочку «Сделать снимок экрана» и нажать на нее. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.